Собирайся, народ, вас веселье в зале ждет. С шутками да прибаутками, с конфетками да баранками. Будем чаем всех поить, да конфетками кормить. Превращается в посетителей сельского клуба. Всех остальных также приглашаем принять участие. Те, кто в хороводе, давайте быстро подтягиваем остальных, кто еще не успел присоединиться к нашему сельскому клубу. Серия, хороводы! И это фестиваль на теплоходе «Капитан Пушкарёв». Ох, в какую сторону побежал, смотри. Поймал. Ой-ой-ой, аккуратненько смотрим. Ой-ой-ой, какие они любят, знакомиться со всем хотят, со мной не надо знакомиться, я уже всех знаю. А, да ты ж бурбук поймали. Хороводе-то, я не знаю, где даже больше энергии. Ой, аккуратненько. Аккуратненько! Нет, попасть! Кажется, да, все, хватит. Он ее как добычу поймал. Масочками теперь поменять, теперь она вас ловить будет. А? Коровод не оставит. Погремушечками звеним, а те, кто в масочке ловит. Вот опять друг друга. Ой, они друг друга поймали. Но друг друга не считается, надо того, кто с бубенцами. Мне кажется, они сами кто-то перепутал бубенец с чем-то другим. Чем? Другой чем кипел, мне кажется. Он сейчас меня поймает, мне кажется. Есть, а то поймали. Давай, поймали. Ну, пошли. И раз.
два, три, и поклоном на земле Карамай. Понравилось? Понравилось. Но у нас есть свое приветствие, которое немножко отличается. Мы будем стоя, мы не любим ходить далеко. Мы смотрите, как сделаем ручку в сторону, к сердцу, наверх, и вот нищающий вам поклон издалека. Сложно, да, пройти пару шагов? Да, конечно. Мы очень дальновидные. Ну а теперь мы им покажем, что мы их не боимся совсем. Мы все-таки с ними маленечко враждуем. Я сейчас покажу, что мы сделаем. Мы их маленечко напугаем. Делаем следующим образом. Раз, два, три. Ага! А, это... Готовы? Это пугание. Сейчас, смотри, сейчас получится. Готовы? Пошли. И... Раз, два, три. Ага! Пугались? Ну что ж... Придется нам уйти из своих домов, потому что смотрите, как мы будем делать. Раз, два, три. Ух! Я один готов, да? Итак, ну что ж, сейчас проверим вашу готовность. Пришли! Раз, два, три. Ух! Но мы нисколько, да, не испугались, берега? Мы вообще не испугались. Сейчас мы покажем, что мы не испугались. Смотри, делаем следующим образом. Раз, два, три. И вот так прогоним. Фи-фи-фи. Отлично. Готовы? Чтобы они знали, что мы не боимся, нам вообще не страшно. Пойдемте. И раз, два, три. И фи-фи-фи. Поняли? А еще культурные люди называются. Да надо снова выйти и так возражение сделать. Их. Раз, два, три. Ага. Что это такое называется? Пи-пи-пи! Это уж совсем не культура. Давайте уж возражение-то сделаем. Раз, два, три. Ага! Что это такое? Да нам на ваше ага. Ого, пойдемте. Раз, два, три. Ого. Раз, два, три. Ого! Ну что ж, они опять нас вызывают из деревень. Давайте угу и без тренировочки. Раз, два, три. Ого! А мы давайте покажем, что мы вообще вот фитны, ничего не боимся, поклоны сделать. Давайте пошли на поклон. Раз, два, три, поклон. Вот так вот, на ваше вот это все. Ну хорошо, мы тоже все-таки культурой на культуру ответим. Сделаем три шага вперед. И наша торжественная руку в сторону, к сердцу, наверх. И нищащего поклон. Пошли в этот раз, да, смотрите. Да. В прошлый раз не пошли, тут пошли. Фи-фи-фи нам на ваш поклон, давайте. Раз, два, три, пи-пи-пи. Пи-пи-пи? Значит, так. А мы снова культурно ответим. Давайте все-таки. Раз, два, три. И нижайший вам поклон. Вы великолепно пи-пи-пи делаете. Никогда так не видел. Можем научить. Хотите? Пи-пи-пи? Можем пару тренировкам пи-пи-пи отправить в деревеньку. Но давайте и мы им тоже поклонимся. Мы все-таки люди воспитанные, культурные. То, что они про нас думают. Давайте. Раз, два, три. И с поклоном. Прощаем вас, хорошо. Пи-пи-пи у них там какие-то. Прощаете? Да, мы вас прощаем. Пи-пи-пи. Маленькими шажочками уверенность в глаза. Главное, чтобы была. И стенки друг друга. Обратно их туда в деревню выкинем. Стенки-то толкаем. Что мы там стоим-то? Все прижимаемся. Куда дома пускай сидят. Что там происходит в другой стороне-то? Ничья, по-моему. У нас равенство, да? Ничья, по-моему. Это правым плечиком, а левым. Видите, что вас предают, это отлично. Не боимся. Итак, ну что же. Левым плечиком повернулись все. У меня там танцевальный коллектив. Итак, левым плечиком все повернулись. И поехали. Пошли, не боимся их нисколечко. Так. И задавливаем. И опять равенство, да что же, они... Так. Давим. Одинаково. Спинкой. Идем. И к стенке. Ой. Аккуратно только. Вот наши побеждают. Побольше. Наши побеждают, это точно. И теперь разбери, кто твои, кто наши.
Да, и теперь... Мариночка, а ты беги вот по-тихому, а мы потом узнаем, какую песню они все-таки нам играют. А потом мы им тоже сыграем. Параллельно вы тоже можете посовещаться, потом вы будете играть на музыкальных инструментах, а мы угадывать. Да, сейчас. Давай соберем все дружными здесь, вокруг меня соберемся и решим, что будем играть. Ты смотри, смотри, танцевальный коллектив отдельно просто. Танцевальный еще да, да, будет. Танцевальный музыкальный мне будет. Подходите, будем решать, что будем играть. Итак, теперь деревня Карамаз, давайте вместе соберемся. И шепотом посмотрим. Ильдус, Ильдус, что мы играем? А, вы аккуратно, вот, да, я вас проверяю, чтобы та деревня не узнала, что вы играете. Так. О, я что-то услышал, меняем песню. Репетиция. Давайте. Внимание, деревня Берега для вас выступает. Симфоническо-танцевально-музыкально-артистический ансамбль. Песни и пляски народов мира и Удмуртии в частности. Встречаем аплодисментами. Встречаем аплодисментами. Песня! У кого есть варианты, можно поднимать руку. Все! Спартак чемпион побеждает только вот. Да, футбольные мальчики знают. Они виртуозы у вас. Итак, встречайте. Сборный музыкальный хор деревни Бельга, недавно вернувшийся с гастролей из Лос-Анджелеса. Ого-го-го-го. Это в Тульской области. А, Лос-Анджелес, Тульская область? Лос-Анджелес, Тульская область. Село может быть? Не надо. Ну хорошо, хорошо. Сборный ансамбль песни, пляски и игры на всех музыкальных инструментах деревни Бельга. Встречайте аплодисментами. Ура! А те, кому инструменты не досталось, те предлагают вот пританцовывать. Подтанцовка же будет. Так. Есть варианты деревни Карамаз? Это ужас какой-то. Но, не надо. Это сплошная какофония. Как будто гуси там у вас заблудились где-то. Да, это... Значит, это... Правильно? Отгадали. Поддержим аплодисменты. Волнуются артисты, у нас все-таки тоже приехали из-за границы. Так, готовы? Да. Слушаем. И... Поле шумелка мыши может быть, нет? Мне кажется, это «Седая ночь» вас тоже моя. А, да, здесь. Или «We are the champions», «My friends». Мне только вы инструмент нравится в этом оркестре. Он отдельно, наверное. А он тоже с вами был. Да, он, у него своя песня. Ну все понятно, просто все понятно. Ну, снова «Седая ночь», мне кажется, подходит. Я покажу. Гармонист какой хороший, как цветочек аленький. Сам большой, гармонь большая, а хреночек маленький. Я просил, культурные все-таки. Шила гармонисту на плечо, сама гармонь, что весела. Что, есть там чем ответить, где у нас главный? Нет, ответить, давайте еще раз. Села Кукуеванин. Мы готовы уже ответить, все у нас главный частушник. Кто у нас? Не могли бабу найти в решете на полке. Мой теленок, как теленок, только веники взяла. Проводил меня до дома, не сумел поцеловать. А меня милый не целует, говорит, потом прихожу, а он на печке тренируется с котом. Я дождался, милый частушечка. Два-два и полагается. Один в армию уйдет, а другой останется. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем. Старина, друганян, буреватин.
какой-нибудь России не оставлю миллионка! Ну, прям тяжело. Из деревни Кизя, а из деревни Карамазова мальчик дядя Ваня. О, помнится, вчера другое имя носил. Каждый день меняет. Ты заметил, у нас всегда есть турист, который имена меняет. Это люди из ФСБ там своих людей присылают, видимо. Возможно, в деревне Карамазова такое есть. Так... Главное, что Ваню хорошо. Ну, банщики готовы. Итак, сходимся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чтобы на всех пара хватило и листиков тоже. По головке не обязательно, по спинке. У вас там больше на массаж походит. Причем эксклюзивный. Эксклюзивный массаж, мне все будет. Так, есть. Попарили у нас всех в бельге. Их смотрите, что помнили, за кем прибираете. Весь стыд, который они тут оставили, смести к ним под ноги. Чтобы они знали, чтобы больше так не мусорили, хорошо? Ну заодно и посмотрим, какая деревенька самая хозяйственная. Ну что ж, деревня тоже может поддерживать. На счет три. Раз, два, три. У нас точнее, в Карамасе. Так, ну все, кажется, смели. Ну все, смели. Руселей! Ну, не на скорость. А в качестве? Фанаты не истинствуют. Баня внезапно красный цвет стал. Так это нормальное окончание бани. Аккуратненько, любя их фанатов. А Ваня, смотри, вопрос вошел. Дядя Ваня поможет. Их фанаткам верным. Из бани прилегом. Браво всем бальчикам. Так, разбираем снег. Так, всем снег это дело. Тогда, поэтому надо нам все-таки прекратить. Итак, один, два, два с половиной, три, два. Аккуратней с ним, он нам еще пригодится. И охладиться. Все, молодцы, все, кто в Саше попал, как думает? Кто в яблочко попал у Саши? Есть люди, которые попали в Сашу, молодцы. Попрыгушка готова? Попрыгушка. Прыги так, у-у-у. И поехали! Деревня считает! Раз, два, три! Деревня считает! Шесть, семь, восемь, девять, десять!
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Как бы еще чего другое не влетело? 21, 22, 23. А давайте деревня будет считать. 25. Ну что, может, пойдем в деревню? Мы тут пока останемся, попрыгаем. Оп. Ой, ой, оп. Я думаю, что опять до 50 дойдем. О, да, тут рекорд-то близок. Интересно, а если канат убрать, они продолжат прыгать? Итак, на счет 3 убираем канат. Раз, два. Да нет, мы пошутили. Пошли. Вот он ручеек, выхватываем одного человека, а ручеек тем временем закручивается, все верно? Ты прошли года, но мы не старые, не любившие, совсем усталые. Ручеек у нас продолжается, все у нас ищут себе друг другу пару в ручейке. И буквально через... А я еще одну... Можем попивать. Тоже достаточно весело. Ну, а теперь, когда пирожок получили, лодочку теперь разучим. Лодочка вот так вот делает. Лодочка. Ладошками друг другу. Лодочку усвоили, теперь есть такое движение. Форточка называется так. Форточка? Да, форточка. Пушкаревская форточка. Да, ручку не меняем. Так, себе и обратно. А еще одно движение, знаю, локоточки. По кругу аккуратненько, локоточки. Так, локоточки делаем. Сейчас боится, почему-то не реагирует на локоточки. У него снарядная жука. А теперь ладушки. Вот ладушки-то у нас разудалы. Танцуем. Пирожок. Руки на плечи друг другу. А теперь... Хорошая дискотека. Давно такой дискотеки у нас в клубе не было. Окошечко теперь. Поклон в ноги, такой вот размашистый, чтобы было им все друг благодарны, и аплодисменты громкие друг другу звучат. А где вернулась?
вечер, уважаемые девчонки. Повторяйте за левой замечательные движения и крик. А после мини-диска танцевальная программа по вашим заявкам, где наш баянист сыграет не только ногами, но и руками, не только на баяне, но и на остальных музыкальных инструментах. Еще раз говорим вам спасибо.